Петрушка, укроп, купить я купил, использовать не использовал. Как завязано еще с магазина, так и осталось. Петрушечка, укропчик отлично пойдет как дополнение к соку. Будут прекрасно очищать, промывать, обеззараживать, а особенно петрушка на почки, укропчик на кишечник и на печёночку. Главное не перестараться. Сейчас мы выдавим примерно половину цибарки нашей. И это будет мой завтрак. Совет не брать много расходного материала, потому что свекла и яблоки должны быть более-менее свежими. Вот нас не было примерно недельку, и все это уже подвяло, то есть уже будет давиться не так, как хотелось бы. Поэтому набирайте столько, сколько вот вы израсходуете, чтобы все было свежее и не высохшее. Ищу такой примерно пакетик для того, чтобы сюда одеть и сразу выбросить. Нашел. Где у моей супруги заначка, где она пакеты держит. Я-то готовлю не постоянно так, от времени до времени, а она постоянно. Все готово. Теперь смотрите, чтобы вы понимали, насколько давится укроп, то есть насколько давятся листовые овощи. Укроп довольно-таки сильные
ингредиент будет сильно влиять на наш организм. Поэтому берем не сразу вот этот весь пучок, а возьмем вот столько. Это же касается и петрушки. Возьмем примерно вот столько петрушки. Больше брать не будем. Свеклы также мы берем. Видите, две. На свеклу я уже подготовлен. На укроп и петрушку нет. И начинаем. Видите, сколько всего лишь навсего выдавилось. Эта соковыжималка не приспособлена для выдавливания листовых овощей. Так, сейчас мы с вами подавим укроп. Видели, сколько выдавили укропа. И должен сказать, и вот этого и достаточно. И достаточно. Есть очень сильно действующие ингредиенты. Теперь свекла. По шкале, если посмотреть, где-то у нас грамм, наверное, 50. Грамм 50 выдавилось. И этого достаточно. Все остальное пойдут яблоки. Итого с вами я надавил литр 900, 800, сколько там, 600, ну вот здесь вот где-то без пены, где-то 600 грамм. Да, литр 900, 800, 700, 600, 500, ну вот где-то вот эта пена, 500, пол-литра примерно. То, что надо, вот это я сейчас заглочу. И это будет моим завтраком. Это я уберу до следующего раза.
практически вся кружка. Пьем не спеша, смакуем. И это будет моим завтраком. Касатику. Кто позаботится о моей супруге, как не я. Немножко сачка отлили. Итак, вот это мой завтрак. Свекла, яблоки, кроветворение, прочистка печени, дробление там, плюс укроп с петрушкой еще усиливают. Но с этими компонентами надо быть очень осторожным и приучить к ним свой организм. Мурка пришла. Смотрите, к нам пришла Мурка, тоже хочет сока. Муреныш. Мурочка, ты мой муреночек, Мурочка. Да-да-да-да-да. Укроп и петрушки там немножко. Мурочка, ты мой муреночек, Мурочка. Мурочка. Цветастая пикушечка. Ла-чу-бру-ба-чи-бри-ба-ча. Ла-чу-бру-ба-ча-барам. Ча-ра-ба-ря-ба-ря-ба-рам-ба-бай. Да-ра-ча-ри-бри-ба-ча-чай. Ла-чу-бру-ба-чи-бри-ба-ча-бай. Да-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Ла-ла-па-ла-ба-ца-ба-рам. Мурочка, твоя цветастая фигурочка, твоя цветастая фигурочка давно сбила с ума.
Ах, мура, 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 мурочка. Мурочка. Твоя красивая фигурочка. Твоя красивая фигурочка. Свели меня с ума. Ах, мура, 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 мурочка. Твоя цветастая фигурочка. О, это еще не пот. Твоя цветастая фигурочка. Давно свели меня с ума. Алабрабатабада чудам. Ах, мура, 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 мурочка. Я так просто бросаю сюда. Твоя цветастая фигурочка. Твоя цветастая фигурочка. Свели меня с ума. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ара-ба-ча-чу-ру-бу-джай-джу-джай. Ча-ра-ра-ра-ра-бу-джай-чу-рай. Ча-ра-ба-рай-ба-чай-бу-джай. Ах, мура-мура-мура-мурочка. Твоя цветастая фигурочка. Твоя цветастая фигурочка. Свели меня с ума. Все, ты попила? Как сок тебе? Сок хороший. Лапчу-бру-бу-джу-бу-рап-чу-рам. Лапчу-бру-бу-чу-бу-дам. Ах, мура-мура-мура-мурочка. Твоя цветастая фигурочка. Твоя цветастая фигурочка. Давно меня свели с ума. Та-ра-ра-ра-ра-ра-па-па-ра-рам. Та-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ба-ра-рам. Лап-чу-бру-ба-джи-би-джом-джарам. Чари-бари-па-па-ра-пам. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.